Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Евланов, канал Сады Тамбовщины. Сегодня у нас 1 июня 2019 года, и сегодня я хотел подкормить свои кусты гортензии таким, скажем, очень хорошим органическим удобрением. И это удобрение не что иное, как 1% кефир. Вот, перед нами есть лейка с 10 литрами. И сейчас мы в 10 литрах разбавим 1 литр кефира. Кефир мы разбавили. Сейчас одну секундочку прям я перемешаю. Включил. Перемешиваем тщательно 1 литр кефира с 10 литрами воды. И вот таким вот органическим удобрением мы поливаем под корень весь кустик. Гортензиям это очень нравится, и тем более еще, что здесь присутствуют молочно-кислые бактерии, они закисляют почву, что также необходимо метельчатым гортензиям. Теперь через недельку можно будет подкормить гортензии метельчатые и обычные древовидные удобрением для гортензий, но я подкармливаю удобрением для рододендронов. Как это будет происходить, мы тоже снимем и вам покажем. Всего доброго, с вами был Дмитрий Евланов, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, всем пока!